Не, ну знаешь, типа часто, ну, часто, да. То есть он бы мог бы лежать уже, в принципе, дома. Нет. Не отдыхать уже. Вау, это было на английском, 89-й год, то есть пока
Знаем из СМИ,
захотят представлять проект, они захотят устраивать его выставки. И те двери, которые до этого для андеграунда были закрыты, от институции, музеев, галерей, станут открыты. Все будут хотеть в это. И не только других художников из мира андеграунда. Он откроет двери для всех. Это даст толчок. Он же станет уникальной фигурой в этом мире. Как вы понимаете, он начинает зарабатывать. Становится очень популярным. Но свои деньги он тратит не на бабушку, он занимается политикой и помогает в тех сферах, которые для него важны. Например, мы с вами говорили про иммиграцию. Про беженцев. В 2019 году в Эльсе запустили курсировать вот такую лодку. Лодку под названием можно сказать «Надежда», «Спасение». И эта лодка будет курсировать между Африкой и Испанией в морском пространстве и подбирать беженцев, которые находятся в очень тяжелом положении на маленьких килах судёнышках, стараются переплыть огромное морское пространство в поиску новой жизни. В посёлке Горлоко больше 300 человек, а на ее фасаде, на ее борту, как вы можете видеть, та самая фантастичная девочка Шара. Если вы заметите, на ней показательный материал. И тут, когда все начинается фасад. Но самое искусство, как и любовь, она не вечна. Я снимаю.